Думаете, чем заняться в выходные дни? Такой очень интересный вопрос. Проведите их с пользой. Без риска и вреда вашему здоровью. Позаботьтесь о здоровом образе жизни. И уже позвоночнику, шее и плечам станет намного легче. Послушайте советы специалистов по правильному питанию. Картофель, огурец, плюс-минус. Порадуйте себя новыми рецептами. Обычная мука в данной ситуации не подойдет. И восстановите гармонию души и тела. Кровообращение перераспределяется на нужные сосуды, которые питают кожу. И помните, на Здоровом ТВ здоровые будни начинаются с выходных.